Каждый день 20 километров до военкомата и обратно. И так больше месяца. Медсестре Евдокии Бешук очень хотелось попасть на фронт и защищать родину. А военком мне говорит: девушка, вы чего ходите? Нам не надо медработников на фронт. Уже набрали полностью. Больше не надо. Надо здесь работать. А я возьми да скажи. А кого надо? А он говорит: вот там шоферов надо. Но вы же пойдете шофером. А она пошла. Евдокия Андреевна освоила новую профессию и водила грузовик на фронте до самой победы. В мае 45-го долго ждала, когда же ее отпустят домой. Но пришел приказ всем на восток. Для ветеранов-дальневосточников день окончания Второй мировой войны – дата особая. Они защитили не только свою родину, весь мир спасли. С праздником ветеранов поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Наша страна, на самом деле, я уже сказал, великая. Она способна на все. И наше молодое поколение сегодняшнее сделает все для того, чтобы мы жили под мирным небом. Страна была наша независимой. И плодами, и дарами всем, чем наградил Бог нашу землю, пользоваться будут свои люди, наши. Россияне, с праздником вас! Участники войны, которые и сейчас трудятся в ветеранских организациях, ведут активную общественную жизнь, получили от губернатора почетный знак и денежную премию. Завершилось торжество праздничным концертом. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».